Друзья, всем огромный привет. Приветствую вас на рыбалочке. Сегодня вырвался порыбачить с лодки, половить амура, половить карася. Ну, что будет ловиться, то и будем ловить. Оборудовался уже, поставил зонт, чтобы солнышко не светило. Закормился. Стоят поплавочки, пока поклевок нету. Вырваться решил на карпа и на амура. Судак, щука пока молчат. Вроде бы как бы и лето, уже щучка должна там просыпаться. Ну, пока тишина, обзвонили везде. Решили на карпа и на амура снова съездить. Так что, друзья, все вам покажем. Приступим к рыбалочке. Ну, поддерживайте лайком, комментарием. В общем, начнем рыбачить. Прошло, друзья, минут 50, наверное, до часа. Где-то одного карасика только же поймал, но не включал даже камеру. Пока занимаюсь замесом наживки. Маночку пробовать буду, все. Мешаю все. Подготавливаю, а там посмотрим. Закармливаю, друзья, просто. Каша пшеничная, гороховая, сварил. И добавляю сюда такой ликвид, сделал сам. Многие знают, что это за ликвид. Рубин Ред. Короче, вспоминаю я науку о ловле карпа. Раньше все когда-то ловил, знал много чего, а сейчас уже давно не ловил, не рыбачил. Как бы в этом году так и начал летом ловить. Ну и вот уже сделал такой ликвидик, пробую с ним. Конечно, может и распугать рыбу, если лишнего добавить. Но пока вроде как бы все в порядке. Карасик подошел на эту прикормку. Ну, карась это такая рыба, что ему по барабану. С амуром пока тишина. Ни карп, ни амур. Хотя, говорят, люди возят там, и у них как бы проклевывает. На ночь, думаю, вот там коряжнички подставлю на краюху хлеба. Сделаю такие примитивные оснасточки, наверное, на крючки проверю и попробую на краюшку хлеба половить ночью. Ну, заброшу, а там посмотрим, до утра будет что-нибудь, нет. Просто интересно. Закинул еще под камыш такую коряшку, флатик поставил туда. Старенький свой дамовский спиннинг. Попробую еще под камышек на попап. А то что-то тишина совсем. Что, друзья, уже вечереет, а клюва как не было, так и нет. Карасик там что-то дыбает, ну. На большой крючок выкладки пустые. Не знаю, что делать. Идти место где-то искать другое. Вроде же накормил, жалко. Пол ведра выбросал. Непонятно, ждать смысла, смотрю, нету. Еще чуть-чуть подождем. Потом еще в другое место сходим, посмотрим, что там. Потому что что-то здесь очень-очень уныло. Клёва никакого вообще нет. Да. Опа. Ну, есть такой. Да не, если такие цуцики, хай все время будут. А не, у тебя ну да.
Угу. Шприца не. Ну вот такой, ребята. Забыл включить. Давно не было поклевок. Ладно, буду снимать, а там дальше посмотрим. Не хотел, друзья, залезать в кусты, но пришлось. Пришлось залезть. Дождался поклевки, но так здесь его неудобно вытаскивать. Да, могут быть и обрывы, и зацепы, потому что все в кустах, все в ветках. А он здесь живет. Только что, друзья, сошел, и хороший был. То ли я поспешил, да не, крючок острый. Не знаю, что он так сошел. Жалко. Солнышко, друзья, садится. Жалко, конечно, обидный был сход. Подождем, будет еще или не будет поклевочка, посмотрим. Конечно, хотелось бы еще парочку вечерком на зорьке. Пробую, друзья, такую прикормку взял чисто на пробу. Говорил я уже или нет, Real Fish. Толстолоб Амур. Это не то, что прикормка, это для фидера хорошее дело. Для флета нормально, клеится хорошо, мне понравилось. Перец хуже замешивать, чем эту прикормочку. И подбрасываю потихоньку. Ее замешал, она набухает, она клеится отлично. Ты уже переувлажнил немножко, но ничего, для прикормки как раз то, что надо. Кормушку, конечно, не годится, а прикармливать как раз. Ох, вот хороший, ох, смотрите как. Это тушка пошла, испугался, я дернулся на лодке. Здесь мелко, глубина небольшая. Ну, ил прошел, ладно. Забросим туда, куда надо. Посидим еще, подождем. Роет землю. Ищет что-то. Ветра нету. И он сразу испугался. Я начал удочкой махать. И он сразу раз. И ушел. Ходит карп, ходит везде потихоньку, собирает жатву, но не берет. Пытаюсь подбросить, не хочет. Все, друзья, уже темнеет. Сейчас он краюшки хлеба попробую поставить где-то. Где-то.
Доброе утро, друзья. Снова вышел на воду. Вчера нас рыбка совсем не порадовала. Ну, сегодня посмотрим, что нас ждет за целый день. Ну, хоть за полдня. Пока подкормил. Буду забрасывать. Ночью стояли на корочку хлеба. Видно, ну так, одна была поклевочка. И оборвала где-то там, смотрю. Ну, похоже, что была утка, наверное, на корочку хлебушка, потому что вчера с вечера там что-то начало такое прыгать. Ну, явно не рыба. Скорее всего, что попалась утка. И оторвала . Утверждать не буду, так как утку не видел. Уточку не видели. Но тем не менее, одного крючка нету. Ну и одна бутылка плавала очень далеко. Привязал краюху хлеба на бутылку. Оставил в кустах. Вытащил ее что-то с кустов. Но рыбы там нет. Так что результата ноль за ночь. Вот пищат эти утки, которые едят хлеб ночной. Заготовленный для карпа. О, друзья, карасик. Долго я его ждал, кормил. Ух ты! Ну, он клюнул. Ну, это такое, это не рыбалка. Может, клев пойдет. Может, время. Не знаю, пока вообще. Глухо, плохо и никак, можно сказать. Угу. Поймал, друзья, черепаху. Я думаю, что она там рылась? Это все время роется и роется. Красиво, красиво, просто красиво. Ну, черепаха клюет. Я думал, рыба, а рыбы... Ну, вон какая рыба. Сейчас будем ее снимать как-нибудь. Вот гадина. Черепашонок. Вылезай. А ну дай лапу. О. Я уже снял. Вот кто клюет. Пришла на корм.
Ну, отпустим, пусть идет. Оп, ушла. А я думал, карп подошел. Ну и я тоже за лапку. Черепаха на день рождения. Чтобы еще не было до пари. А я думал, карп, как даст пузыри по дну, как будто карп. Да может был и карп, а подошла и черепаха, тоже ж корм есть. Пришла и лазит там. Клёва нет, черепахи корм выжирает, и рыба не подходит. Добавил манку Рубин Ред, самодельный домашний. И начался клюв черепах. Сразу взяло. Не, ну перед этим были поклевки. Я же смотрю, начало клевать, проклевывать. Ну, похоже, опять как будто бы она притопит туда-сюда и шатает поплавок. Точно. А нет, это уже корч. Это уже корч. Я думаю, что сейчас придется оборваться. Опа. Карасик. И сошел, да? Да. Ух, а там что делается? А там бульбы идут. Видно, там еще кто-то есть. Просто брать не хотят. Они есть, но брать не хотят. Этот же он так пузом сел и все. Ничего, карасик. Черепаху убрал. Я ж думал, тут карп подошел, рыться начал. Аж ветки выскакивали с воды. Ну да. А я же в надежде думаю, карп, понял? А потом понял, что не карп. Ну да. А я жду, смотрю на поплавке, роется и роется. Вот это, думаю, класс, сейчас даст. Будем надеяться, что карасик расклюется, только этот ветер мне не нравится, поднялся. А может и с ветрами рыбка будет брать. Крупная так и не хочет брать. Меленький карасик проклевывает. Там если ничего, карася есть такой.
средненький. Губы рвутся, что-то вот дохленький. Ну, вроде подобрали. Манка с Робинредом домашним. Понять не могу я, что ей нравится в этом снадобье. От него сгореть можно. Вот на ходу хватает. Это уже было видно, что он даже на падении хватал. Карасик. Карасик, карасик. Долго он молчал, стоял. Жмякал там, жмякал. Потом все-таки клюнул. Ветер меняется с разных сторон. Теперь в лицо дует, то в спину дул. Короче, крутит, вертит. Я думаю, из-за этого нет и клюва. Эх, прозевал. Отвлекся куда-то. Бывает. Ждал, ждал и отвернулся. Ветер меняется 3 раза в день. А то и 4. Клюва как не было, так и нет. Так что не такая, не очень хорошая рыбалка. Не очень удачливая вышла, вернее. Клюву выключили, можно сказать. Что-то там повел. Это ж мелкий, там сидит он. Дергает, дергает, там что-то идет куда-то. Ну что, друзья, будем заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Рыбалка выдалась такая, не очень. Карасика половили. Амур-карп молчит. Карась тоже слабо. Хуя, что поймали. Ну, а так, на самом деле, рыбалка не очень. Ну что, друзья, на этом все. Всем спасибо, всем пока и до скорых встреч.